Я слышал по телевизору некоторые комментарии, которые делали ваши местные раввины, в том числе один местный лидер, Мортон Райвек. Мортон Райвек — это не человек, а понятие. В каждом городе есть свой Мортон Райвек. Еврейские лидеры, получившие должность не за ученость, не за знание, но за свое еврейство, но за деньги, разглагольствуют о еврейских понятиях, что Мейр Кахане противоречит иудаизму. Ваши советские еврейские лидеры в этих городах-близнецах не поняли бы еврейское понятие, если бы упали на него. Мы являемся свидетелями преемственности того же еврейского руководства в этой стране, которое несет ответственность за молчание в 40-е годы, когда столько евреев погибло в Холокосте. И им хватает наглости говорить о еврействе, о преданности и любви. В 1942 году, за 3 года до окончания Второй мировой войны, американское еврейское руководство знало, что происходит Холокост, что каждый день убивают 12 тысяч евреев, что евреи в гитлеровской Европе просят о помощи, просят сотрясти мир, потребовать от союзников бомбежки жизненных дорог, ведущих в Освенцим и другие лагеря смерти. Это могло бы вывести железные дороги и другие коммуникации из строя, что спасло бы по 12 тысяч евреев каждый день. За 2 дня 24 тысячи евреев. А сколько за неделю, за 2? Сотрясли они мир. Бнай Брит сотряс мир. Объединенный еврейский конгресс сотряс мир. Я помню этих лидеров. Если бы они отправились протестовать в Вашингтон, те же еврейские лидеры, что протестовали вместе с доктором Мартином Лютером Кингом в 60-х за гражданские права, это важный вопрос. Но это не вопрос жизни евреев. Те же лидеры, которые протестовали по всем мыслимым проблемам в 60-х, не вышли на улицы ради спасения жизни евреев в 40-х. Что было бы, если бы Бнай Брит, Американский еврейский конгресс, комитеты, федерации, Еврейский совет по связям с общественностью на один день закрылись и вывели 100 тысяч евреев, которые сели бы на Пенсильвания-авеню? Они против насилия? Хорошо, никакого насилия. Что доктор Мартин Лютер Кинг делал для своего народа? Он сидел на Пенсильвания-авеню, блокировал движение. Стучите по мостовой, пойте еврейские песни, говорите, мы не двинемся с места, пока не начнется бомбардировка Освенцима. Они пошли в Вашингтон? Что было бы, если бы они так сделали? Что было бы, если бы доктор Стивен Вайс и другие мудрецы Хелма вывели 100 тысяч евреев, которые сели бы посреди Вашингтона, пришла бы полиция и сказала, идемте? Что было бы? Их бы арестовали. Ну и что? Арестовали и отпустили. Я знаю, что говорю, поверьте. Тебя арестовывают и отпускают. Но что важнее, все газеты мира написали бы, еврейские лидеры требуют бомбардировки лагерей смерти. И их бы начали бомбить. И теперь они говорят мне о любви к евреям? Почему они так не поступили? Потому что как тогда, так и сегодня они боятся, что скажут народы. Вот что тогда пугало их. И вот почему сегодня эти тряпки говорят народам, мы не разделяем взгляды Кахане, потому что, не дай бог, мало ли что народы подумают. Чего они не понимают, это что народы согласны со мной больше, чем с ними.